Всем огромный привет! Я решил сделать продолжение видео про Bluetooth адаптер для машины. В предыдущем видео, в котором я отвечал вопросы о том, как вообще он работает, качество там, некачество, я затронул такую вещь, что есть некий гул, шум, и это не то чтобы напрягает, но неприятно. Так вот, я пошел дальше и решил попробовать следующую вещь. Я подумал, что зачем мне питаться от бортовой сети, если я могу, например, запитаться, хопа, правильно, от пауэрбанка. И вот, видите, у меня вот этот адаптер. Я, соответственно, другой конец адаптера включаю, вход 3,5 в машине и слушаю. С какими вещами я столкнулся? Адаптер, вот этот пауэрбанк, вернее, работает, не знаю, по крайней мере, мой пауэрбанк, он где-то минут через 5 почему-то начинает отключаться, видимо, ну, не понимая, что происходит, вроде как он и не заряжает что-то, да, просто идет небольшое питание, и он отрубается, в общем. Но минут на 5 этого хватает, этой истории. Причем у него два выхода USB, то есть на одном выходе USB он сразу отключается практически, а на втором вот он работает минут 5. Ну, минут 5 едешь, смотришь, слушаешь, потом пере его запускаешь, и опять все это происходит. По крайней мере, так работает. Но это какие-то костыли-костыли. Дальше по звуку. Смотрите. Когда автомобиль у вас заглушен, я делал прошлый тест на заглушенном автомобиле, и все равно там были вот эти помехи, то на заглушенном автомобиле вот этих помех при использовании пауэрбанка, их вообще нет, и звук чистейший. Шумов, то есть как вот в прошлом видео, вообще нету, они вообще отсутствуют. Когда машина у вас заведена, есть помехи, но они не настолько сильные, как было при питании напрямую от бортовой сети. Делаю выводы, что все-таки это зависит от питания. Ну и, наверное, еще от качества все-таки самого, я бы сказал, кабеля, который идет от Bluetooth адаптера. И на другом конце у него 3,5 мм. То есть вот если кабель будет более качественный, не будет ловить никаких помех, то и гула не будет, вот этого шума, я не знаю, как это, цоканье этого, и при питании возможно напрямую от автомобильной сети, но при этом нужно использовать, я думаю, хороший вот этот адаптер, попробовать, который будет более качественно передавать вот это напряжение, да, вот для питания вот этого Bluetooth адаптера. Ставьте лайки обязательно, подписывайтесь на канал, буду очень рад, давайте пообщаемся. И напомню, меня зовут Валерий, и это канал «На чистоту у Валеры».